Вайпер! Ну вот, Team Tinker, они как бы играют очень жестко, они набрали своих сигнатурных, так сказать, героев. Синг-Синг на подме, Экскалибур Разор, Бульба Шейкер, Пайкат Бэйн, и на Вайпере будет играть Койква. Ну а тут вот пацаны, по-моему, решили поугарать немного. Шиви Дед Профит, Пудж Дженкинс, Ньюшам играет на Скаймейджи, Акс Сункин и Тролль Варлорд пока ждем. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Five seconds remaining. И погнали. Да, вот. Шеттер прыгает на Тролль Варлорда. Краба прикольные. Да, вот пишут, сейчас если Пудж затащит, будет с детства за флипсайд. А где Дэнди на попе? Нету Дэнди на попе. Ну что, разбег по лейнам пока что почти в полном составе, хотя не почти, а в полном составе на ботом отправляется команда Синг-Синга и могут найти здесь Акса. Не находят Акса. Беда. Тролль, колечко защиты, тангусы. Посмотрим, будет он фармить или что делать. В мид отправляется Банша, здесь Пудж в качестве... Я не знаю, в качестве кого он будет. У него сапог Ларити, один тангус. И, судя по всему, он будет распахивать рот и идти палить. The battle begins. Battle begins. Пудж вайнит на крабу. Go away from, from mid retard. I'm... Паджик. Ну, краба, судя по всему, сдаю авторитетом. Акс на харде. Я не знаю, как он собирается подходить к крипам, тем более с разором. Да, крутиться ему никто не мешает, но после того, как у тебя высосут 150-200 дэмэджа, очень-очень неприятно против него стоять. Почему не показывают Virtus Pro? Не знаю почему, потому что расписание стримов такое, его не мы составляем. Ну что, Бэйн заходит. Будет ли кого-то цеплять? Вот тролляка фармит, а Пудж... Пудж, я не знаю, что делает. Пудж что-то делает. Пуджа есть хук. Ага, Пудж пытается сделать отвод. Я понял, выхукивает сюда крипа, уводит его на лейн. Оп, иди сюда, маленький. Здесь крипы должны на него... не пошло, домашняя заготовочка не готова. Ну ничего, с третьего раза получится, бро, только манки нет. Вот то, что манки нет, это проблема. Ребята, кажется, катка начинает руиниться, что делать? Говорит Паджик, ну и... будет... идти на базу восстанавливать ману, наверное. А нет, ему Кларити прибежала. Хорошо. Мясницкий хук Фимор. Успешных мидхук 2001. Убитый мидхук 273. Поинов врагов вне поля зрения 268. Убийств 2920. Бокоподобие 42. Ого-го. Сильно. Ладно, в миде тем временем Вайпер против Банши. 9 на 5. Точнее уже 10 на 5 по крипам против 2 на 1. В салат проигрывается крипстат. Здесь очередная попытка Пуджа сделать отвод. Есть хук.
Есть, оранжевый гриб уходит, уходит с мида. И я бы сказал, что катка удалась. Тем временем в миде цепляют Баншу. Подходит сюда Вайпер, должен зайти на хайграунд. Пошла Фиссурин, начинают ее грызть. И куда ты с подводной лодки денешься? Да, Вайпер здесь не прощает. Подходит сюда Паджик. Паджик пришел за опытом. Паджик сделал отвод. Он может опыта себе позволить. Ну и Акс тем временем пока третьего уровня крутится. 5 крипов добито, у Разора 8. Тут не так лайн проигран в салат, что на оффлейне. Патма. Патма имеет 9 на 1 против 10 на 2 у тролля. Это на оффлейне. По-моему, тут что-то идет не так. Фиссурина. Старшторм. Проблема у тролля, хотя Синг-Синг тоже может погибнуть, но здесь вот этот пацан не уходит, там я слышу лип от Патмы, значит она ушла, Бэйн дотыкает, дотыкал Бэйн, а вот здесь, вы посмотрите, что творит этот Акс, он просто в соло разваливает Разора, 84 дэмэджа потерял, но при этом убил, и здесь еще погибает и тролль Варлорд. Radiant's bottom tower is under attack. Экскалибур. У Акса большие проблемы. Здесь есть Филд. Пошел Филд. Тычка с руки. И еще нужна тычка. Если увидеть, то тыкнет. Да, тыкнул. 122 дэмэджа. Акс в таверну. Экскалибур возвращается в игру. 4-1 по счету на 4-й минуте. Вот эта карточка мне больше нравится. Я не знаю, на что надеяться здесь флипсайд. Здесь должен тролль получить мгновенно 6 уровень. И все должны идти ломать твора. Это единственный вариант. Разор начинает сосать дэмэдж. Яксу надо убегать. Агар. И теперь просто с руки. Если не повезет на крутилку пару раз, а не повезло. Очередной соло-килл от Экскалибура. Паджик. Паджик зафармил эту точечку. Второй уровень. Грацулище, грацулище. Да, тролль ворот. Пятому уровню приближается. Здесь Экскалибур уже 7-го. Возможно, летят физы, возможно, что-то другое. Нет, это Race Band. Ну, тоже неплохо. А рот под мы попадает. Скаймейдж. Старшторм. Упадет ли вторая звезда? Падает. И Синг-Синг делает соло-килл на оффлейне. Пятый уровень под мы. Базилка, сапог. Здесь везде у всех все великолепно. В медле Вайпер 33 крипа против 12. Тоже перефарм в салат. Забей просто. Все очень плохо. Экскалибур. Здесь Паджик второго уровня. 600 хп транквилы. Хукнуть он не может, у него коротковат. Хук купил, хукать не купил. Но такое бывает. Бульба, руна иллюзий. Ну и койка... 7 уровня, ему, наверное, что-то уже летит. Ну, давайте попробуйте исполнить Разора. Саппорты. Разорчик. Паджик пришел помочь своему красному другу, но пока... Не особо, по-моему, Разор боится всего этого дела. Приходит Шейкер. Nothing for you. Nothing for you. Ну и что? Экскалибур имеет перчаточку. Не знаю, ПТ будет или Мидас я решил собрать. Заход от саппортов в смайке на топ. Если попытка будет спануть тролля, тролль все-таки уже 5 уровня, так и до боевого транса недалеко. Да.
Бэйн получает Сайленс, Фиссурина, Арроу в тролля, будет ли Старшторм, Брейнс автора уровня, пошел Старшторм, он вторая звезда не упала, тролль уходит, все живы и здоровы. Паджик. Слип. Арроу. Паджик. Трех секундочек, но этого, судя по всему, хватит. Да, Фиссурина еще пошла. Минус Паджик. Паджик. Суицид. Неплохо, неплохо. Очевидцы, получившие приз за смерть от руки союзника. Что в мидле? В мидле 7 уровень уже, есть экзорцизм. Паджик смещается в мидл. Игра, по-моему, не идет. Нужно что-то менять. Что менять? Я предлагаю заменить Паджика на нормального героя. Тут сигналит Падж, говорит, я подхожу, бро, цепляем. Бро, цепляем, что ты пасанул? Вот же он. Паджик. Должен быть агр. Есть агр. Паджик. Хукну. Койква. В инвизе. Нужно скушать. Но кушать-то не получается на третьем уровне. Койква, давай цепляй. Кто-то сместился, нет? We say no, говорит Батман. Экскалибур Аквила ПТ-500 на руках. 9 уровень. Пока не особо хочет участвовать в игре. Ему тут и саксом развлекалого вначале хватило. Вайпер тоже ПТ. Меку никто не собирает. Бэйн. Паджик фармит. Сейчас уже 4 уровень будет. Скоро. Бэйн пытался добраться до Паджика. Будет ли слип? Слипа пока нет. Но вот сейчас можно, здесь же синг должен быть уже синг, а Роу в крипа не пошла. Ну и Бэйн брейнсапами будет пытаться с руки затикать. Урна, но это минус, просто надо экспу получить. Акс поджигает, тролли рядом. Синг, мантит за деревом, он, если он погибает, забирает вот этот профит. Здесь же Бэйн, Бэйн пытается уйти, Акс, будет ли поджог? Поджога нет, еще 5 секунд. Пайкат. Мансы подожгли, вот теперь с мувспидом проблемы. Сигналит своим, мол, ребята, помогите. Идет Бульба. Бульба, Фиссурины, отрезали. Пайкат, есть ТП, очень много дэмэджа от Разор. Разор высосался, уже тычечка. Минус один, и начинает грызаться Вакса. Агр, крипы погибли, хук от Пуджа. Экскалибур пытается уйти. Куда ты денешься с подводной лодки? Забирают его, правда, на команду. Пуджу килл не достался, ну и такое бывает в этой игре. Синг-синг здесь, Пуджик, есть first kill, это, по-моему, переворот, камбэк, я знаю, это он, правда, Акс погибает, но Пудж-то уже почти 6-го. Синг, стан, тычка с руки, урна, даблкил от Пайката. Руинит катку Пуджу. Bottom Tower начинает падать. Что по нетворцам? По нетворцам 5100 у Вайпера, 4000 у Разора, 3800. Трой, 2800 Синг-Синг. Ну вот сейчас начинает падать вышки. Хоста. Подожгли. Бульба. Тикать. Экскалибур почти 11 уровня. И сейчас уже будет мека. Тем временем на ботами. Синг-Синг продолжает ронять тавер. Включенная базилка, физы, все. Есть. Так что можно толкать. Бульба. Фиссурина. Цепанули, правда, помочь некому, поэтому... Руна инвиза. Ой-ой-ой-ой, а тут уже ботов есть, и инвиз есть. Можно идти, койко сигналит, мол, ребята, дела-то
делаются неправильные, видит Бульбу, Бульба втыкается, Бульба должен понимать, что здесь что-то не так, Бульба мансит, Хукай! А нет, уже не Хукай. Лерой, Дженкинс, давай! Получает стан. Проблемы здесь у Банши, Банша погибает, ну и... Ну и все, Паджик просто ходил. Сигнал одного, Паджик тут. Экскалибур совершает двойное убийство. Паджик идет охотиться на Бульбу. Бульбу кончается инвиз, и Паджик его не реализовал. Ну, так хотелось. Падает очередная вышка, забирает ее шейки. Ай! Арроу. Сейвейтил. Тролляка пытается уйти. Ну и улетает. А вот так, скорее всего, идет. Финсгрип. Старшторм. Бес справляется. Экскалибур, очередное убийство. Что у него там уже есть? 1500, 11 уровень. Фортификейшн на вышку. Мидл Тауэр. Бульба дефлит. Фиссура. Сим-Сим полетает на ботом. Батл Транс пытаются запушить. Арроу попадает. И большие проблемы. Старшторм. Тролляка пытается бежать. Если что, есть лип. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ну и Бен через 50 секунд будет финсгрип. Ага, тролль собрал Владмир. И почти БКБ. Синг-синг, лип, Пуджик тут, кушает, и минус Синг-синг. 290 в карман Пуджику. Даблкил, правда, в это время от Койквы. Где там? Ага, в лесу. И здесь находит еще одного. Но улетает. Пайката был слип, но не было увижено. Экскалибур скоро будет с Аганимом. Давай. Финсгрип. Цепанули. Сюда Бейн. Ну-ка кушать его. Подходит тролль. Правда, фиссурин сбили. Брейнсап. И, по-моему, сейчас пайкат навалит по лицу Пуджу. Пудж погибает от пайката. Бульба. Эхо слэм. Ну, как ты тут вот... Ну, Пурш хорош был. Вот в этой именно катке он великолепен. Где Экскалибур? Экскалибур вот 1200 до Аганима. Dire's bottom tower is under attack. Кук, Синг, сожрали. Минус Синг. Дед Пудж. И дальше идет, дальше. Не отпускать, отбиваться, есть на Кук. Сюда, нет. Вернулись. На разврате. Пошли. Койква втыкает ультимейт. Больно, там еще и урна. Минус фиссуренный. Цепанули Акса. Акс дает что-то сделать. Агр ни до кого не достал. Ну и просто расстреливает его Койква. Тем временем здесь Экскалибур тоже... Шугнул пацанов и все. Бульба готов. Бульба дагер. Правда, их слэма нет. Минус Тауэр. Забирает его Койку. Парш самоубийства. Цепляют тролля. Тролль, походу, минус. Минус. Да, бывает такое в этой игре.
Старшторм, Синсинг забрал все, что можно. Ну и что, очередную вышку будут ронять или нет? Арканчики на хайграунде, вторая пара арканчиков. Скай. А ролл пролетает мимо, но отсюда не отпускают, да. Фиссурина. Начинает высасывать дэмэдж. Хукнули на хайграунд, экскалибур. Зивейди ультимейт. Ну и начинает просто на хайграунде раздавать. Куда ты пошел? Будет ли слип? Филд. Экскалибур надо сделать от второй тычки. Делать вторую тычку, укушнули, но вот Бейн отсюда вряд ли уйдет. Хотя может скушать стики, скушал стики. Брейнсап. Но Трульцем его затыкает. 800 золота получает тролляка за убийство Бейна. У Бейна там был очень хороший стрик. Что это? 19-я минута. 15 тысяч преимущества по золоту, 14 тысяч по XP у команды Синг-Синга. И как-то все в одну калитку пока. Хотя, как сказать пока? Я не знаю, что тут должно произойти, чтобы это началось не в одну калитку. Курьерчика потеряли. О, с вардами где-то на хайграунде у противников. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Драка в меде. Эхо слэм. И минус 2. Бульба! Бульба уходит. Ну и потом мы уже 2300. Аганим появляется у Разора. Где? Понятно, какой безжалостный паджик убил. Слип. А роу 5-секундочка, брейнсап, подходит синг, раз тычка, два тычка, минус. Вот если бы кентавр забрали, было бы интересней. Ну и рошанчик решают забрать. Всегда можно Аегис и заканчивать. Я думаю, что будет нормас. Крип, я думаю, все понял. Что больше ему подставляться не стоит. А ролл, Пуджу, 5-секундочка. Ну, не будут, наверное, заходить. Хотя, фиссура, шейкер, мека и Синсин заходит. Филд, паджик, паджик погибает. Ну и Разор уже с Аганимом начинает боковать, конечно же. Твара падают очень быстро. Мы видим, что с ним происходит. Пошли арканчики, пошли урны. Урны там заряд просто миллион. 8 зарядов Бейна. Тут кого хочешь отхилить может. Ну а Койпа. И так толстый 1700 хп. Пошел Арл. Продолжает падать тавр. Запрыгнул Вайпер. Акс поджигает. Бейн. Финсгрип. Цепляет Акса. Тут же получает сайленс. Аж 3 сайленса на него висит. Пытается уйти отсюда тролль. Тролль не уходит. Ну и Вайпер цепляет еще и Баншу. Банша нажимает Ю. Пролетает Ару, попадает в Баншу. Синг-Синг. Сделать бы тычку, но не делает этого. Запрыгнул Бейн. Брейнсап. Минус тролль. Фиссурина. Ой-ой-ой. Ну и минус первая сторона, 21 минута. Очередной Ару. Ключевый. Смещаются тут же на топ. Бейн Дайкер. 3300. Допрыгивает Синг-Синг. Начинает падать вышка. Сейчас будет ультимейт у Разора. Пока почему-то не прожимает. Вот, пошел ультимейт. Минус тавер, пошла вторая сторона. Ну, тут, я думаю, что можно писать ГГ, но ребята пока не хотят. Филд, высасывает дэмэдж с Пуджа. Минус курица. Эхо слэм. Минус акс. Жру там Синг-Синга. Синг-Синга сожрали. Пытается уйти Пудж. Пудж ГГ. ГГ пишет Цункин. 22 минуты понадобилось Синг-Сингу и Ко, чтобы закончить эту каточку. Radiant Victory.
И мы уходим на небольшую музыкальную паузу до следующей. Следующая катка у нас... Сейчас скажу. Следующая катка у нас